первенстве России по хоккею среди юношей 2009 года рождения региона Сибирь-Дальний Восток, группа «Б», помимо нашего «Шахтера», играют еще 6 клубов. Новокузнецкий «Металлург», Бердский «Кристалл», Междуреченский «Вымпел», Томский «Сибиряк», Олимпия из Иркутска и хоккейный клуб из Ачинска. Дела у нашей команды обстоят не самым лучшим образом. «Шахтер-9» занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Пока мы идем на предпоследнем месте, мы думаем, мы исправимся все равно. Проигрываем, есть какие-то недочеты. Команда не складывается. Не складывается команда дух. Мы складываемся в защите, а в нападении все в порядке. Будем работать над защитниками, чтобы хорошо оборонялись. Соперником прокопчан в нынешнем матче стал новокузнецкий клуб «Металлург», который занимает первое место в турнирной таблице. Из 4 отыгранных матчей ребята не понесли ни одного поражения и на момент игр имели в активе 12 очков. Команда «Металлург-2009», соперники настроены на хорошую игру. Играют парни слаженно, в пас играют, а мы больше одиночим и играем не в пас. Нужно играть в пас и обороняться хорошо. Гости уверенно шли в атаку, чувствуя друг друга на каждом метре хоккейной площадки. Итогом тотального прессинга стали две безответные шайбы, заброшенные в наши ворота уже к 5-й минуте игры. Дальше «Шахтер» закрылся в глухой обороне, отвечая на выпады Столиваров быстрыми контратаками. Однако подводила реализация момент. В середине второго периода гости вновь поражают наши ворота, уверенно закрепляя за собой игровое преимущество. Уже через несколько минут горняки отвечают заброшенной шайбой, которая станет для прокопчан единственной в этом матче. Гости же еще дважды заставят прокопьевского вратаря доставать хоккейный снаряд из своих ворот. Итог встречи 1-5. Свои следующие матчи горняки сыграют на выезде в Томске в начале февраля.